Клуб «Кукольный дом» начал свою работу в Серпухове по инициативе членов общественной организации «Союз женщин Подмосковья». Я занималась давно уже, с 2002 года занималась куклами, мне это очень нравится. Ну и как-то один раз я сделала выставку стендовых кукол, тогда еще не занималась другими куклами. Ну вот, и когда коллеги по Союзу узнали, что я этим занимаюсь, говорят, ну а почему ты свой опыт кому-то не передашь? И вот на этой почве был создан кукольный дом. От инженера машиностроительного завода до заместителя главы администрации Серпухова. Таков профессиональный путь Галины Крюковой. Опыт организатора и руководителя пригодился Галине Федоровне на пенсии. Она автор уникальных кукол, выполненных в текстильной технике. Создала уникальное объединение творческих людей, которые радуются жизни и готовы поделиться этой радостью с другими. Теплом и любовью веет от работ, представленных на выставке. Здесь глаз радуют нежные, порой кокетливые женские образы. Это тонкая вышивка – работа Валентины Осиповой. В самый сумрачный день поднять настроение способны персонажи, связанные заботливыми руками Нины Сапожниковой. Когда-то Нина Ефимовна мечтала стать мультипликатором. Наверное, поэтому сейчас она сказочный мастер во всех смыслах. Переносит волшебных героев с экранов. Ну вот, получилось, что в основном у меня вот такие веселые товарищи идут, всякие игрушки. Но все говорят, что они все похожи на меня, потому что стараемся, чтобы они все были добрыми. Вот даже вот Баба-Яга, вот она какая, веселенькая и добрая. Надеюсь. Грациозные линии, изящные фигуры, неизменно светящиеся любовью. Таковы полимерные куклы Надежды Кустаревой. Здесь все любимые работы. Почему? Потому что они не могут быть нелюбимыми. Каждая кукла – это ребенок, которого ты создаешь с нуля. Значит, вот эти сказочки – это все детская тема. Да? Так как у нас летний вернисаж, мы решили привести сюда легкую такую тему. Творчество Надежды Михайловны хорошо известно горожанам. В мае прошлого года в Пущине состоялась ее персональная выставка, которая принесла новые знакомства и учеников. На нынешней экспозиции представлены уже их работы – «Элегантный кавалер» и «Роскошная дама» – творение рук Ольги и Анны Зубовых. Тихо несет свои воды Нара, наполняет шорохом и шелестом осенний воздух листья. Пейзажи Майи Рыбкиной реалистичны и атмосферны. В клубе «Кукольный дом» Майя Васильевна научилась вязать, изготавливать куклы, познакомилась с полимерной глиной. Но ее хобби – это живопись и поэзия. Осенний день наводит грусть, по городу шагаю. Его я знаю наизусть, от края и до края. Вот парк, куда из разных мест спешит народ усталый. Послушать духовой оркестр и покружиться парой. Чуть ниже тихая река, ее название Нара. И вняк украсил ей бока, сокою она пара. Члены клуба «Кукольный дом», сейчас их 15 человек, находятся в постоянном творческом движении. Они создают настоящие произведения искусства, проводят мастер-классы, делятся своим опытом со всеми желающими. Участники выставки, конечно, бесконечно творческие люди, активные. Участники многочисленных выставок, конкурсов рукоделия, фестивалей рукоделия. Множество городов они охватили, представляя свои работы. Члены клуба «Кукольный дом» – это люди с большим сердцем, готовые помогать словом и делом. С января этого года они занимаются волонтерством. Под свое крыло рукодельницы взяли интернат в Тарусе, в котором находятся пожилые люди и дети-инвалиды. И на наших занятиях всегда очень много деток, очень много взрослых. Они с удовольствием принимают участие в этом всем. И нам это предоставляет такое удовольствие. И мы каждый месяц, два раза в месяц ездим туда. Мы помогаем, чем можем. Отдаем немножко вот себя, частичку радости людям. И видим их восторженные глаза. И нас всегда ждут. Мы выезжаем не только с мастер-классами, мы выезжаем еще с концертами. Такая наша деятельность. Мы получаем от этого удовольствие и предоставляем людям огромную радость. Талантом, энергией и любовью мастерицы кукольного дома создают творческое пространство не только Серпухова, но и всей Московской области. На поддержку именно таких людей нацелены губернаторские программы «Культура Подмосковья» и премия «Наше Подмосковье». Екатерина Рускова, Александр Сущенко, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.